Минуточку внимания, важная информация. Если мы наберем до Нового года 8000 подписчиков, тогда я сделаю конкурс на серию Родина РП на 8 миллионов. Также будет конкурс на Мазнике на 1 миллион. И также я сделаю видос, обзор моего рабочего стола и железа моего компьютера. Поэтому осталось еще немного, давайте попробуем все-таки добить эту цифру. Если наберем до Нового года, то все, что я сказал, я сделаю. Также не забывайте, что сейчас проходит конкурс на 1 миллион. Ссылочку я оставлю в описании на конкурс, участвуйте, итоги уже будут скоро. Даже как только набираем под этим видео 100 лайков, выходит новая серия. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сир, мы не Кирилл Путбулови, и сегодня у нас будет серичка по казино, ну не крупную сумму, на 200 тысяч всего лишь, но все-таки давно не было серии казино, вы просили некоторые, я вот решил сегодня записать, появилось, так сказать, лишних 200 тысяч, накопили за счет бизнеса, и зарплата в РМ хорошая, в принципе, стягать патрончики, когда я тягал, было вообще заебись. Поэтому сейчас я еду в казино. Блин, я не знаю, какое казино на самом деле работает. У меня есть кто-то в семье? Так, есть ФБ. Какое казино сейчас работает? Давайте спросим. В чат семьи. Я думаю, в Арзамасе, но... где именно? Вроде все. Ну ладно, поехали тогда в Арзамас, я думаю, попробуем. Если там не будет, придется ехать в Южный. Ладно. Хрен с ним, в принципе. Джек Беркутов, Слава Беркутов, вам привет, короче. Стараюсь побольше снимать на Мазнике, чуваки, потому что вы любите Мазник, поэтому лайкосики обязательно ставьте. И подписывайтесь, что не подписан. Давайте попробуем до Нового года набрать 8000, тогда будет мега-конкурс. Ну, в принципе, думаю, в начале ролика видели насчет этого информацию. Поэтому давайте 100 лайков, пацаны, новая серия, в принципе, я думаю, это справедливо. Как бы, ну, у нас на канале почти 8000, я думаю, 100 лайков для нас набрать не проблема. Поэтому ставим лайки и ждите следующий видосик, в принципе. Я, кстати, вот, видите, вернулся с выходного, так сказать, у меня выходной был один день. Я попросил, чтобы продукты бизнес завести, и вот я снова в РМ. Поэтому можете приходить в РМ. Я буду там долго. Так, все-таки я доехал до Южного. Хотел в Арзамас, написали, что в Южном работает. Да и, судя по машинам, здесь людей будет больше. Не знаю, я думаю, я всру, в принципе, деньги. Я больше месяца не был в казино. Но, думаю, ничего не поменяется. Так, вот мы в казино, короче. Так. Все, я 10-й, получается. Давай. Все, давайте поиграем. Так, на 5000. Ну, приму. Я выиграл 5000. А купил почти вход себе. Ну, неплохо, чё. Какие-то маленькие ставки кидают. В принципе, да. Прикольненько. 10 тысяч проиграл. Ну, бывает, чё. Так, я бы с кем-то на полтинник бы поиграл хотя бы. Я думаю, так было бы поинтересней. Так, с кем-то можно на полтинник играть. С кем же тут можно? Так. Давайте дайс... 21, полтинник кинем. Ой, 5000. Блин. Давай на полтинник. Во, 48. 388. 48 тысяч. Кидаем. И мы сливаем. А, не, мы подняли. Нормально. Нормально. Так, главное вовремя уйти с казика. А так, в принципе, посрать. Так, еще раз 48 тысяч. Я проиграл. Но это было ожидаемо. Это было ожидаемо. Так, я уже в минусе, на самом деле. Мне это не нравится. Нет, нахер мне твои 500, чувак. И 27 тысяч я тоже проиграл. Прикольно. Сейчас сольем все бабки, короче, да. Такого игрока нет. Он сейчас... Он ушел? Да. Давайте... Ничья. Вот эти бага-юзеры меня так убивают просто. Проиграл. 16 тысяч проиграл. Ну чё, нормально. Ой, да. В итоге мы сейчас все бабки так сольём. Поднял. Прикольненько.
Так, кидаем на дворцик, и мы сливаем. А не, нормально. Мы вернули свои бабки пока что. Но это до поры до времени. Ну и чё ты проиграл, ты чё ты быкуешь, чувак? Кто тебя в казик звал? Убежал. 5000 ничья. Поднял. Мы в плюсе на 20000. Нормально чё. Так, 5000 проиграли. Ну давайте, я принимаю ставочки. Не все, конечно, но принимаю. Конечно, блин, много багаюзеров. Крыс. Чувак офнулся, нормально. Играю на 300000 и ухожу. У меня столько денег нету. Так, что-то я выиграл сколько тогда? 37000, проиграл десятку. Ну чё, нормально. Блин, а полтинник можно поиграть с этим чуваком, у ключа вроде. Поэтому я хз. Я на самом деле хз. Так, надо микрофон чуть ниже опустить, во. Так, ну чё, давайте, ладно, рискнем. В принципе, есть предложение. Ну, печаль. Так, я кинул на полтинник, короче. И я сейчас проиграю, да. Полтинник я проиграл. Заебись. Просто замечательно. И 5000 проебал. Вообще замечательно. Давай на полтинник. Так уж и быть, проебу все бабки. О, отбил. Это хорошо. Так, на 75 ничью сыграл. Ну, неплохо. 5000. Ну давай, сейчас кинет, отвечаю, сейчас кинет 75000. Вангую просто. Просто вангую. Удачи на твоей стране, я смотрю. Ну, я бы так не сказал. 59000 ничья. Кто мне кидал? Алекс. Вот он рядом. Ну, в принципе. Ничья еще раз. Прикольно. Ну, я думаю, я слью. Если он сейчас еще раз кинет, я приму, я слью. Как-то, блядь. Не, мы подняли. Это уже хорошо. Так, на 5000. Я выиграл. Пятюничку. Нормально. Еще плюс десяточку я выиграл. Итого у нас почти 300000. И все. А не, нихера, я думал сейчас 300000 будет. Надо хотя бы 300 дойти и думаю, хватит. Блин, я дворцик проебал. И еще десятку. Бля, заебись. Видимо, я до 300 сегодня не поднимусь. Так, еще десятку сливаю. Уже слив пошел, походу. До этого мне везло, а теперь слив пошел. То привет бригаде писюльманы. Писюльманы, прикольно. Блин, там чувак хочет на 160000, но что-то я боюсь рисковать. Бать людей уже, блядь, пиздец. Да хуя как-то. 5000, ничья. Ничья. Полтинник. Я выиграл. Виталий. Так, поздоровимся на 5000. Давай. 500. Проиграл. 300000 у нас уже есть. Это хорошо. Блин, я обратно 5000 проебал. Да ебаный ты в рот. Я хочу, чтобы 300000 было. Все, сейчас 300000 уходим. Бля, обратно 5000 проебал. Да ну вы заебали. Уже не смешно, блядь. Теперь мне 8000 не хватает, чтобы было 300000. Печалька. Чувак пишет, я буду видео. Ну, мы вообще-то с тобой играли, поэтому будешь. За это не переживай. Блин, чувак на 200000 хочет. Может, давайте сыграем, я не знаю. Хрен с ним уже, что будет, то будет. В принципе. Ну и чё? Проебал? Ну и чё он ушёл? Блин, я только решился на 200000 играть. Ёбаный ты в рот. Ладно, хуй с ним. Я 2000 проебал, да вы заебали. Киньте нормальную ставку уже. Просто я кидать никому не хочу, потому что я чувствую, если я кину, я проебу. Поэтому, когда мне кидают, у меня хоть что-то как-то везет больше. Короче, кидаю на полтинник вон тому чуваку и все, ебалось он в рот. Потому что ждать я не хочу. Ну,
Я думаю, мы сольем, ну да ладно. Отказался. Давайте 380 кинем, 50 тысяч. Я думаю, мы сольем, ну ты хуй с ним уже. Е, все, уходим нахуй. Можно отчаливать отсюда. Все, мы подняли до 300 тысяч. Соточку подняли, да. Ну, это мало, я знаю, но, блин. Лучше я в следующий раз попробую. Лучше, да. То мы то в минус уходим, то не в минус. Да, я думаю, вам заебалось уже. Не знаю, сколько серий уже идет, но... немало, я думаю. Поэтому я заебался ждать, пока, блядь, кто-то мне ставку кинет. Но... чувак не кинул ставку, я выиграл, и заебись, можно ехать. Я думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании, заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. From the outside, I was from the